Почему не цветут каны? Секреты выращивания. Каны не цветут или цветут редко? Почему? Причин может быть несколько. Эти цветы хорошо растут на светлом, солнечном, защищенном от холодных ветров месте. Если вы их неудачно посадили, цветение задержится или они не зацветут вообще. Не зацветут они, если вы поторопитесь и высадите корневища в грунт до окончания весенних заморозков. Разделите корневища по числу ростков и высадите деленки в горшки. Держите их в комнате или в теплице. В конце мая вынесите под пленочное укрытие для закаливания, а уже в июне, не разрушая земляного кома, высадите в грунт. Но теплолюбивой кани и в июне, как правило, не хватает тепла для пышного цветения и требуется дополнительный подогрев. Поэтому перед высадкой в грунт в посадочной яме сделайте горячую подстилку из свежего или малоперепревшего навоза. В яму глубиной 70 см кладем навоз, затем слой компостной земли и уже потом размещаем корневища каны. Каны требуют много питательных веществ и обильный полив. Любят подкормки органическими удобрениями, хорошо перепревшим навозом или компостом. Цветут каны все лето и осень. Эти великолепные растения не зимуют в грунте. Их необходимо выкапывать на зиму после первых осенних заморозков. Сентябрь-октябрь. Храните каны зимой в погребе или в подвале. Обкапываем растения вокруг, обрезаем листья и стебли на высоту 20 см. Подсушиваем под навесом и убираем на хранение. Почву с корневищ не отряхиваем, помещаем в ящики прямо с комом земли. Выращивайте каны, и пусть они радуют вас своим цветением. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу, мы раскроем вам все секреты.